Блин, а у меня и камера-то разряжается. Мы поймали четвертую мышку. Ну, самый процесс я уже, конечно, пропустила, пока ходила за камерой, перед этим лежала на гамаке. Она вот так бегала, пищала. Ну, а мышка-то не настолько маленькая, как я думала. Где-то половина в той, которую она мне сегодня в синях оставила. А если кто мышку будет жрать? К нам сегодня приходил рыжий кот родственников. С ней собачился. А мышка-то, по ходу дела, еще живая. Смотри-ка. Кинулась, не иначе. Олеська, сожри мышку. Надо камеру на зарядку сейчас поставить будет. Вообще, наверное, в гамаке надо сидеть с камерой. То мало ли какая кошка решит поймать какую мышку. Аист прилетит или еще чего. Охота кошки на мышку. Не спит что-то в этот раз с хозяином совсем, эта кошка. Спит отдельно. Не отвлекайся, Алиска. Жри мышку. Все, батарея разряжается. Пока, зритель.